Уборочные работы в Кустанайской области завершаются. Несколько районов уже закончили уборку пшеницы и ячменя. Среди них Карасузский, Узункольский и еще три района области. Урожайность ниже, чем в северных районах. От 2 до 3-3,5 центнеров с гектара. Это такие районы, как Майлина, 4 центнера в среднем урожайность. Зеропозированным культурам идет Джангильдинский район, 3 центнера. Новоурзумский, около 2 центнеров с гектаров. На севере региона показатели лучше. Здесь средняя урожайность от 10 до 13,5 центнеров с гектара. Что касается качества, то на него влияние оказали дожди. Из-за этого часть пшеницы оценивается как пятый класс, и ее можно использовать только в качестве фуража. По пшенице 67, почти 68% идет зерно пшеницы третьего класса. В прошлом году, по аналогии, на аналогичную дату, из поступающего объема зерна по пшенице третьего класса было 69%. Поэтому разница небольшая по качеству, практически нету, можно считать. Всего на элеватор поступило 665 тысяч тонн зерна. Пшеницы среди них 475 тысяч. Цены на нее в этом году повысились. За одну тонну дают от 70 до 85 тысяч тенге. Вместе с тем проводятся работы по подготовке к будущей посевной. Для этого под посевы уже засыпаны 517 тысяч тонн семян. Остается 11 тысяч тонн. В вопросе заготовки корма работа тоже продолжается. Помимо сенажа, соломы и силоса в регионе заготовлено больше миллиона тонн сена. Обещают, что этого количества должно хватить на зимний период. Диар Ахмечи, Наталья Басмурзина, РТН.